Приказ об отступлении всегда приходит неожиданно и в самый неподходящий момент. Так было и сегодня. Утром прибежал посыльный штаба, передал небольшой желтый конверт, в котором была небольшая записка с государственной печатью. Ребята поняли все без слов. Кто-то матерился, кто-то облегченно вздыхал. Позже наш разведотряд нашел посыльного. Его убил немецкий снайпер. Как командование себе представляет наступление закруженного города? Города, где бои прекращаются только по ночам. Города, где не осталось абсолютно ничего.